einige Worte zu uns sprechen. Und jetzt kommt Frau Sachse, die. В феврале 2015 года два российских политика, Алексей Навальный и Борис Немцов, придумали организовать и провести большой антивоенный митинг в Москве. Ведь война шла уже и тогда. Путин уже начал перекраивать границы в Европе. Накануне этого митинга Борис Немцов был застрелен у стен Кремля. Но никаких последствий для Путина это ужасное преступление за собой не повлекло, как и многие другие преступления. Я хотела бы сказать несколько слов в ответ на те замечания. Слова имеют разную ценность в зависимости от того, где и когда они сказаны. В уютном и красивом зале нам с вами легко сказать, что мы против войны. Тем, кто находится в России, сделать это сложно. За эти слова могут посадить в тюрьму. А если ты уже в тюрьме, то тебя будет ждать карцер, голод, пытки, новый срок, а иногда и смерть. Но Алексей все равно говорил об этом. Он заплатил самую высокую цену, чтобы быть услышанным. Чтобы его жертва не была напрасной, чтобы не были напрасными жертвой тысяч россиян, которые были арестованы на антивоенных протестах, и сотен политзаключенных, которых Путин держит в пыточных условиях, надо, наконец, чтобы мир избавился от ложных надежд и услышал тех, кто все эти годы предупреждал об опасности. Я слышу, как многие политики на Западе все чаще говорят, что с Путиным надо договориться, что к нему стоит прислушаться. Я вижу послов некоторых европейских стран на последней инаугурации Путина. И я не могу промолчать. Алексей открыто говорил об угрозе, которую Путин несет всему миру. И я буду делать это всегда, пока Путин у власти. С Путиным нельзя ни о чем договориться. Ни одному его слову нельзя верить. Он никогда не остановится. Путин – это война. Wir brauchen die Erinnerung an diesen selbstlosen und fast übermenschlich mutigen Mann, der uns vor Augen führt, dass es auch ein anderes Russland geben kann. So ist das Lebenswerk Alexei Nawalnys ein Monument. Er bleibt, wir haben es vielfältig schon gehört, ein Vorbild für alle, die an Freiheit und Würde auch für die Menschen in Russland glauben. Wir werden ihn nicht vergessen. Die Ukrainer, für ihren Mann stand aber offensichtlich unerschütterlich fest. Wer etwas verändern will, der muss am Ort des Geschehens sein. Und sei es hinter den streng bewachten Mauern von Gefängnissen und Straflagern. Und sei es unter Inkaufnahme des eigenen Todes. Was für ein Mensch.